Добрый день. Распакуем петличный микрофон Mikcam 19. Есть еще версия Mikcam 18, там будет одна петличка. Посмотрим его комплектацию. Это у нас сама база. Как вы видите, подключается к камере, к телефонам Android и к мобильным устройствам Apple. Также в комплект входят два радиопетличных микрофона. На них вот такая вот есть такой зажим для крепления на одежду. В этой коробке лежат провода зарядки. Это у нас чехол для переноски устройства и хранения. Мониторный наушник, который работает, когда вы что-то записываете на видео, для того, чтобы контролировать звук от микрофонов. Дополнительный провод под джек 3.5. Он удобен в использовании именно с камерой. Это у нас два одинаковых провода зарядки. Также здесь, судя по всему, на ощупь запасные клипсы. Устройство совершенно простое, имеет одну кнопку включения, светодиод индикации заряда. Также этот светодиод вот сейчас моргает, это значит, что ни одна из петличек к нему не подключена. Все очень просто, устройство, как написано на коробке, plug and play, это значит, что включили и работаете. Итак, об эффективности работы этого устройства, этого петличного микрофона. Даже на большом расстоянии звук пишется совершенно нормально, все четко. Используйте эти петличные микрофоны для того, чтобы взять большую панораму местности. Так как их два, вы можете брать интервью на приличном расстоянии от камеры, получая хороший кадр. Все работает. Не забывайте переключать на проводной микрофон, если вы в Android.